Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В принципе, в предыдущем эпизоде у нас было 6 новых эволюций, ребята. 6, 5 или 6, точно не помню, но вроде 6. Да, кстати, сейчас я посмотрю, сколько было. Псайбим. О, там еще один. Тут еще один. Ух ты ж. Да, ну, в принципе, сам напал. Так, сколько у нас было эволюций, ребята? Magikarp Гюардоса, да. Голден. Не Голден, а Шелгон. Это уже 2. Абракадабру. Это 3. Одиж в Глума это 4, Глум вот в этого это 5. И Псайдак в Голдак это 6. Так, в принципе, вот тебя... Ух ты, сейчас... О, там еще один покемон-босс. Только он под землей. Или нет. Или да. Ну, а, нет, вот он, отлично. Ну, ультрабол. Так, идем мы вот сюда. Так, сейчас мы идем, наверное, почистим немножко свой инвентарь, как бы разложим все в сундуки. Вот так вот. Тут у нас можно вот это. Так, тут у нас. И вот так. И тут у нас вот так. Отлично, ребята. Сейчас, да, ну поставим вот этого. И возьмем, допустим, вот Арона. Так. Сейчас, ребята, вот этого покемона я еще не показывал. Покемон-то действительно офигенный просто. Сейчас мы на нем и полетаем, ребята. Но только летает он, конечно, не очень так офигенно, так как у него крылья не машутся. Ну, ладно. Тут у нас еще покемон босс. Вот он, отлично. Давайте попробуем вот этого, фиг его знает. Ну, нормально, так он бьет его. Ну, давайте все-таки с помощью Мьюту. Так, и. Сейчас. Давайте мы почистим немножко инвентарь. Magikarp. Что еще можно? Вроде все. Так, ладно. Magikarp. Давайте дальше куда-то мы полетим. И как раз смотрим на карту, кто тут у нас мотки прописаны. Вот тогда же офигенно, более чем телепортироваться, мне кажется. Не, ну телепортироваться, это конечно телепортироваться, да, так как быстрее, хоть куда. Но на этом лучше ли... Так, ладно. Но на этом лучше летать, так как ты летаешь, и прямо перед тобой спавнится покемон, и...
Может и покемон босс заспавнится, и на гору большую можно залететь быстро. Так, ищем мы маткипа. А, капут. Ищем, ищем, ищем. Или он только ночью спавнится? Да ты что, издеваешься? О, покемон босс. Так, где ты? Где-то он у нас... Вот тут. Вот он, отлично. Так, иди-ка ты сюда. Ух ты, это что такое? А. Confusion, reflect, так, ладно. Это кто у нас эволюционирует? Краб эволюционирует уже. Отлично, ребята. Ну давай. Правда, ты так эволюционируешь. Ну? Кинглер. Отлично. Сейчас, давайте мы сначала пойдем вот куда-то сюда. О, там еще один покемон босс. Где он? А, опять под землей. Тут? Да, вроде нет. Значит, где-то вот тут он должен быть. Тут его, в принципе, тоже нету. Вот ты. Трио. Так, отлично. О, еще один экспешер. Так. Тут у нас шахты, поэтому, ребята, можно и посмотреть, что тут есть. Там вода или чё там? Вот. Нет, туда мы не идем. Вот так. Ладно, тут тоже нифига нету, зато там покемон босс есть. Ещё, а этот под землей, а вот тот нет. Ух ты, там их целых два. Мяу. Или они тоже под землей? Они тоже под землей, твою ж мать. Это что такое? А, Ченси? Да сколько вас тут этих покемонов-боссов? Не, ну в принципе это офигенно, но то, что они под землей, это не очень как бы. А, ну чё вы уже пропали все? Офигенно, столько вас было. Ну чё мне сейчас делать вот тут? Тут нифига нету. Столько покемонов, боссов заспавнилось, и все пропали. Сразу же, почти что. Да, тут, в принципе, тоже нифига нету.
Торы, квазы летают. Ам, ребята. Давайте пойдем еще на остров. Вот он тут. Так, нет, пойдем и домой, ребята. Нужно покемона выложить в компьютер. Так. Ну, Кинглера мы поставим все-таки. Вот он, сейчас. Вот он, кстати. Этого мы поставим в компьютер. И возьмем вот этого. Не знаю, есть ли у него эволюции. Если есть, то напишите, пожалуйста, какие, и когда, и как они вообще прокачиваются. И, в принципе, ребята, в принципе, давайте на этом уже закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.